рассчитывать бессмысленно, что истина не выскользнет. Вот так, с гитарой в руках, сидя у одного из столичных магазинов, Нина Назаренко зарабатывает себе на жизнь. Женщина на 8-м месяце беременности, при этом имеет 2 детей. Их растит в одиночку. О чем мечтает? Мечтает прописаться в Астане, встать в очередь на жилье и начать получать пособие. Понятно, что заработка едва хватает на пропитание и аренду комнаты. О нелегкой судьбе Надежда Паленко. Вот так по несколько часов в день на улице Нина Назаренко играет на гитаре. Ее основной доход – это деньги, которые подают прохожие. В этом бараке женщину ждут 2 малолетних детей. Пока мама отлучается на работу, за малышами присматривают соседи. Пятница, суббота, воскресенье в Астане проходят свадьбы. Ну, возле ресторанов обычно стою. И когда люди подвыпят, они нет, меня приглашают к себе. О, гитара там, вот, круто, давай, сыграй нам что-нибудь. О своей тяжелой судьбе Нина рассказывает неохотно. Она сирота и воспитывалась в интернате. Полгода назад потеряла супруга. Говорит, что он погиб на производстве. Через пару месяцев снова трагедия. Сгорела дотла дача, которую они арендовали. А с ней все документы. Сейчас проживание в этой комнате семье обходится в 25 тысяч тенге в месяц. В помещении холодно. Меня приболело. Мне болит, бедолага. Вся мебель, которая стоит здесь, предоставил хозяин барака. Правда, постели, посуду, говорит Нина, приходится просить у соседей. Они же одолжили газовый баллон и плиту. С вещами для детей помогают неравнодушные люди. Что касается вещей, вот это вот вещи, которые имеет Рената, ну, как бы я считаю, что этого достаточно, хоть что-то. А у Данила, ну, вообще, здесь только футболочки лежат, штанишек у него нету. Как бы вот кепочка, там одни палочки, одни на нем, вот. И кофточка там есть еще одна, но штанишек вот нету. Женщина от помощи не отказывается, хотя и сама не сидит сложа руки. Говорит, что еще недавно за символическую сумму подрабатывала клоуном на детских праздниках, а сейчас снова строит планы на будущее. Я сейчас рожу ребенка, я хочу сделать объявление, например, на столбах написать «няня на дому». Допустим, я могу сидеть с детьми своими, еще и с чьими-нибудь за небольшую сумму денег, как бы, чтобы оплачивать свое пропитание и жильем. В свободное время Нина Назаренко сочиняет стихи. Свое первое произведение она написала, сидя в Цвиарне. Это случилось в тот день, когда от нее отказалась собственная мать. Ты хочешь есть и хочешь спать. В кармане денег ни копейки. И только ляжешь подремать, как гонят даже со скамейки. Глаза в слезах, душа рыдает. Печаль на сердце, негде спать. Собак и то не прогоняют. Устал по жизни страдать. Надежда Полинка, Булат Каманов, 7-й канал.